Еще в начале 2000-х, когда бурное развитие интернета поразило всех и вся, эксперты в один голос предвещали скорую гибель традиционным СМИ, в том числе и телевидению. Однако голубой экран и по сей день прекрасно себя чувствует и даже не думает уходить на покой. Напротив, на горизонте уже маячит новая эра телевидения. И немалый вклад в ее скорейшее приближение могут внести университеты. Надо понимать, что многие вещи стратегического характера, вещи, связанные с развитием стратегии, в данном случае телевизионного рынка, они не могут быть решены только в рамках действующих телекомпаний, телепроизводителей. И вот здесь высшая школа совместно с нашими партнерами из федеральных вузов, да, федеральных, я имею в виду, столичных вузов, московских вузов, могут быть той самой опорой, той самой площадкой, которая это будет предоставлять. Этим будет вооружать те, кто производит сегодня контент, и кто его распространяет всеми доступными и востребованными путями. А вот какой будет новая эра телевидения, ученые не спешат делать прогнозы. Очевидно лишь то, что это будет что-то принципиально новое и революционное. Телевизор сегодня человеку нужен не для того, чтобы наблюдать за повседневной реальностью, а для того, чтобы жить внутри нее. Он хочет эффект присутствия. И вот эти новые сервисы, VCR, в которые инвестируют, в том числе тот же Цукерберг, то есть вот эти виртуальные реальности, очки, шлемы и все остальное, это туда. Потому что вот оно, будущее, на самом деле, телевидение. Сбудутся или нет прогнозы ученых, покажет время, но уже очевидно, что телевидение прежним точно не останется. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюз.